Дружище, ты хочешь приобрести монетки FIFA 17 Ultimate Team на Xbox One, PS4, на PS3 или на ПК? Собрать состав из крутых игроков и уничтожать абсолютно всех. В этом тебе поможет продавец Футанжи. Все нужные ссылки находятся в описании. Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток. С вами, как всегда, Герман, и сегодня вместе с нами Саша. Я просто до конца не знаю, что сегодня будет, но ты мне так и не сказал. Друзья, мы будем играть в паки на желание. Мы открываем по очереди, по одному набору. И кто первый вытаскивает цветного футболиста, тот и победил. А проигравший будет выполнять наказание. Но наказание будет из этой книги. Мы до конца не знаем, что там есть. Там 70 различных челленджей. Нельзя смотреть перед. Я знаю, я одно подглядел. А, вот я сейчас тоже. Все, нет, там было одно точно, это типа сходить в аптеку и громко крикнуть, типа, дайте мне презервативы! Я хочу скупить все оптом, мне надо много презервативов. Клянусь, тут есть такое. Я только не помню цифру какую. Я очень хочу, чтобы это ты вышел. Все, ребят, играем. У нас большие паки. Поехали. Это книга челленджей. В этом проекте Герман и Саша устраивают состязания с целью определить победителя. Проигравший же обязан открыть таинственную книгу челленджей и случайным образом выбрать себе наказание. Выпуск пилотный, так что ваша поддержка нужна как никогда. Как мы с тобой будем решать, кто первый открывает, а кто второй? Я уступаю тебе. Чтобы я первый открыл? Да. Знаешь, в первом паке выпадает цветная карточка, мы сразу книги и все. Нет, мы играем до конца. Не, в смысле играем до конца? Играем до цветной карточки. У-у. Ну, вот это, к сожалению, не цветная. А так вообще у кого рейтинг больше, да? Ну, вообще, да, вообще у кого рейтинг, но я думаю, что все-таки до цветной надо сыграть. Давай. Держи. О, забыла, как джойстиком управлять. Смотри, все помнишь? А я увидела подсказку. Все, игра закончилась, как я поняла, да? Закончилась игра? Отлично! Это были самые короткие паки. Герман, да. В смысле? Тут 70 заданий различных. Давай еще на одно наказание скажи. Ну стой, давай ты сейчас одно достанешь, а там уже... Ну давай. Что давай? Нет, давай серьезно, давай да открываем. Ну что, два пака мы открыли, давай еще откроем. Если мне сейчас выпадет цветной, значит я ничего не выполняю. Да твою же мать! Но по рейтингу я бы выиграл, возможно. Но ты не сказал на цветном, выходи. Блять, это нечестно! Это какая-то херня! Как ты это делаешь? Так нельзя! Все, давай, два задания. Твою мать, давай. Два задания. Сам одно себе. Я, одно ты. Ну, на одно соглашаться. Все, два. Да, видно. 14-е задание. Что там пишешь? В общественном месте громко кричит точное время. Например, точное время 12 часов 20 минут 55 секунд. Стоп. Такое. Номинант на премию «Оскар». За 3 минуты сумей расплакаться без причины. Слезы должны быть градом, а через 10 минут ты должен смеяться взахлеб. Искренне от души. У меня дырочки заросли, из которых плакать надо. Ох, я тебя умоляю. Вчера на «Красавице чудовище» ты прям засеменил. В смысле? Я вырежу это. Я ничего не засеменил. Я просто переживал за подсвечник. Сентиментальность. Короче, сентиментальный человек. Нет, неправда. Это слово ложь, вранье и провокация. Как я буду плакать? Ну что за лук? У нас есть лук? Есть. Есть лук у нас дома? Серьезно? Фигня вопрос, пошли на кухню. Я буду пользоваться луком. А, холодильник, что показывает? Ну типа, бывает такое, что лук какой-то неплакательный? На меня не действует. А как я буду плакать? А что надо делать? А, у него же пары должны работать, да, всякие?
Я хочу добиться того, чтобы у меня это, чтобы у меня слеза потекла. Задание-то было, чтобы слезы были градом. Ну, в смысле градом? Для меня это и так град. У меня глаза щипят уже. Щипят и слезы градом – это разные вещи. Не получается. Нет. Ди Каприо умер в Титанике. Там же Ди Каприо. Угу. Ай, у меня щипят глаза. Мне реально больно. Клянусь. Я просто в глаз залез рукой с луком. Это больно. Это больно. Саша меня обижает. Не кормят луком с Фантой. Я больше не буду играть. Точнее, я не буду проигрывать. Я вот просто думаю, может, я не буду слишком близко к тебе подходить. Почему? Ну, я там постою где-нибудь. Где там? Вообще здесь везде народ, я даже не знаю, где кричать. Время 17 часов 56 минут. Москва, точное время 17 часов 58 минут. Почему мне пришлось дважды кричать? Потому что я рукожоп. Ладно, ты прощена. Друзья, подошел первый выпуск, пилотный выпуск книги челленджей к концу. И мы надеемся, что вам понравилось. Если под этим видео наберется 30 тысяч лайков, то мы можем сделать эту рубрику еженедельной или ежемесячной. Ежемесячной, скорее, не еженедельной. Ну, раз в две недели, мне кажется, нормально. Не знаю. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Всего вам светлого, до скорых встреч. Люблю, целую, пух. Обнимаю. Поесть уже. Вы можете меня отпустить, Герман Владимирович? Очень прошу вас. Я работаю за еду. В ЗАГС так будешь. Герман Владимирович, я очень вас прошу.